Хейл, гайс, вами Шимки, и сегодня мы поиграем в игру под названием Castle Crashers. Не обращайте внизу, там где-то, очень внизу, там, вдалеке аж, есть черная полоса, потому что я играю в оконном режиме. Почему не фул, если здесь можно сделать фул режим? Потому что игра просто ломается. Да, я ее сворачиваю, разворачиваю, и все. Минус игра. И она просто не отвечает ни в какую. Поэтому мы будем с вами как-то так пытаться в оконном режиме. Хорошо, варвар выйдет вон, бла-бла-бла, арена. Варвар выйдет вон. Давайте Castle Crashers. Нам предлагают выбрать воина, это у нас ледяной. Походу с молниями, с ядом. А это знакомый мой друг, с которым я уже играл. Нифига, тут даже есть персонажи не канонские. Огненный, ледяной, молния, яд. Это 4 персонажа. Вот это не канонские. Ну, давайте, наверное... Да, давайте за этого сыграем, попробуем. Посмотрим, как вообще игра представляет что из себя. Так, вернись на уже пройденный, так, бла-бла-бла. Хера, рок-н-ролл. Немного я настроил там драк, как драться, все такое. Так, обычная сильная атака. И драться. Я могу рассказать тебе больше о шарозаверях. Да. На, щит, целый щит. Это у нас какой-то... Эй, а можно еще? Я пропустил. Так, шарозвери дают разные бонусы и улучшения. Если подружиться с такими существами в пути, оно придаст... Так, последнюю за тобой. Преданно последует за тобой. Хорошо. Привет, ты помнишь, как использовать предметы? Вот тебе эликсир здоровья. Нажми правую или левую кнопку триггер для переключения между предметами в инвентаре. Нажми так, чтобы использовать выбранный предмет. Я расскажу тебе, как управлять магией силой. Удерживай F, как начать... Так. Нажмите FA для штурмовой атаки. Когда твое мастерство возрастет, тебе станут доступны новые магические способности. Добавь очко, так, способности в магию, чтобы усилить свои нынешние магии способности. Если свои магии насчет следует, она откроет вам. Короче, понятно, это просто обучение, как драться. Ты... Блядь, я могу тебя научить главным навыкам боя. Нажми так, для атаки. Не, мне кажется, здесь лучше сильную юзать атаку. Погнали. Здесь больше ничего, да, нету? Тогда нам наверх. Давайте на кастана буду выключать, да. Кажется, я опоздал немного. Король орёт, давай, типа, вали за ним. Он украл наш камешек, я не знаю, что это, камень, скорее всего. Так не, слышите? Ого. Ого. Короче, это битый мап у нас, как я понял. Странно, что у него лучше сильная атака только атаковать, да и все. Зараза. Монетки нужно собирать. Короче, позабирали принцесс. Так, а что у нас снизу?
ничего. Ну да, типа... Ой-ой-ой, я не тут нажимал. Да ёлки-палки. Неудобно. Пока что неудобно, непривычно немного. Ух ты ж ё-моё. Вот скажите, разве тут удобно вот это управлять так? Могу я тебя выкинуть вообще за карту? Монетки пропадают! Не-не-не, нужно монетки собирать, вы чё? Так, челику нужна наша помощь. Ой-ой-ой-ой-ой. Купить что-нибудь, а? 32 нужно. Минус силость, но плюс одна ловкость. Либо хилка. А что у нас вообще по предметам? А, только хил. Одна банка. Теперь две банки. Идет сохранение. И башня замка. Домашний замок. Ага, а где я был, а где нет? Подождите, это я и туда был? Война варваров. Башня замка. Домашний замок. Кузнец. Королевская арена. Давайте в кузнецу. Походу здесь... О, еще какой-то китик. Привет. Походу это питомцы. Да, здесь лучше, типа, юзать чисто. Хороший питомец, слушайте. Походу, здесь тоже будут питомцы находиться. Не, типа, в мусорку, я понял, но нахер он мне нужен. Пусть со мной всегда будет. Что, внутрь погнали? Но сейчас мне еще одну выстрелит, я думаю. О, плюс. То есть я могу еще и выбирать. Не, ну здесь, конечно, булава получше, мне кажется, будет. Или секиру эту взять. Что лучше? Даже так. Ничего себе. Меч брокколь. Да, знаете, фиг его. 5 ловкости. И тут плюс броня. Я лучше брокколи возьму. Ну это типа то, что у нас full edition, да? А, видите, здесь нужен специальный уровень, чтобы взять. Нифига, 30 уровень.
когти прикольные. Через дырку не вылезти. Хорошо то, что он монетки типа выдают и все. Кубики монеток. Типа мы уже побегали, у нас уже с вами есть на одну хилку. Жалко, что я рывок не могу делать. Ага. Так, давайте я сюда пойду. А, типа заново? Да, вот это вот немного нелепо. И уровень. Бананы. Могу отсюда выйти? Я понял то, что я сделал ошибку. И заново, да? Что-то новенькое. Нифига себе. Действительно новенькое. Ах ты, зараза. Да я блок не успел поставить. Монетка. Ради монетки нужно стараться. На это уже показывали. Да, я понял, что типа уже не стоит, да, повторно заходить в те же самые локации. Монетка, тихо. Так, ну у нас, если что, хилки есть. Целых две штуки. Две хилки это довольно много. Ничего себе, я даже голову могу отрубывать. Но жалко, что за это ничего не дают дополнительное, типа. Но это магазин. По хилку могу и меч купить. А такой разве меч у нас не в этом стоит? Вот я еще хилки куплю. Пускай хилки будут. Ага. Так, ловкость, скорость стрельбы из лука. Плюс скорость из лука. Защита здоровья плюс защита. Сила это урон. Давайте типа качаться в силу. Это фиг узнает. А, у меня два их, да? Я бы скорость передвижения вкачал. Да. Я думаю, давайте, наверное, на этом закончим. Это типа у нас башни, да, типа локации, как я понял. И дальше будем потихоньку продвигаться туда вперед. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.